Мне скажут, парень, там, твой стол, там, это, туда-сюда, в общем, мы тут ни при чем. Ну, и бог с вами, ни при чем, так ни при чем. Вы же ж мне дайте инструмент нормально, чтобы он работал, правильно? Правильно. Итак, вот вид сзади. Достаем вот такой в комплекте набор ключей был и есть. Достаем ключик. Теперь вот этот отжал, еще чуть-чуть отжал, и сзади там такой же. Ага, и вот она движется, да, бабочка пошла. И тут прям шкала есть, которая движет. И еще чуть-чуть. То же самое с этой стороны. И самую малость еще. Ну вот как-то так. Смотрим. Значит, вправо-влево мне его удалось поставить. Смотрим. Вот он стоит ровно. Давайте чуть покрутим. Здесь он стоит ровно. Но она стоит вот. Видно, что выше. И вот этот вопрос я как решить не представляю. Давайте попробуем еще покрутить вот эту. Ага, она ушла в сторону. Вот этот вот начал крутить, и ушла бабка в сторону. Ну, в общем, страдаем дальше. Пожаловался я продавцу металлмастеру, сайт metalmaster.ru. Говорю, что ж вы мне дали станочек-то, задняя бабка что-то как-то смотрит вверх. Вот, они мне говорят, оставь, как ты парень, конус вставляем. Ставим конус. Вот он наш конус. Плотненько все село, сел. Затягиваем. Так, затягиваем на нулевом кулачке. Где он у нас? Где-то тут была отметка. Вот, отметка 0. Ну, такой 0. Кто-то не достучал. Так. Затянули. И смотрим. Чуть-чуть подведем бабку. Так, вот так видно? Нет, не видно. Ну, вот так. Вот так будет видно. Подведем заднюю бабочку нашу, фиксируем ее, и вот видно, что они не соосны. Давайте сейчас прям поближе, и они не соосны на дохрена, на 2 миллиметра, не меньше. Давайте сейчас вот прям замерим, насколько они не соосны. Как бы тут точный замер ни к чему. Мне надо понять, как выровнять вообще ее. Вот он пластмассовый мой. Значит, zero ставим и меряем. Давайте еще чуть-чуть подведем. Вот так. От кончика до кончика. 2,3 миллиметра. Это до хрена. В общем, отправляю я им это видео, пусть смотрят, дают мне решение. Да хрена. Давайте еще сделаем вот что. Чтобы убедились, что я его сейчас включу,
чтобы убедился Metal Master, что это все не шутки. Вот в щель каретки резодержателя включаю. Видно, да, что у нас конус передней бабки имеет даже биение, прям на глаз видно. Херня нездоровая, конечно. Ну, я понимаю, что станок не супер точный, но это вообще, это просто жесть. Бабка затянута. Ну, давайте вот это тоже затяну. Ну, ничего здесь не изменилось. Причем я его вымерил. Вот здесь вот он у меня по вертикали стоит ровно. Но по вертикали он как бы вот здесь вот регулируется этими болтами. Мне подсказали тоже там же. Ну вот как-то так, друзья. Вот вам больше оборота. Еще больше. Вот вам 1000 оборотов, пожалуйста. Мне скажут, парень, там твой стол, там это, туда-сюда. В общем, мы тут ни при чем. Ну и бог с вами, ни при чем, так ни при чем. Вы же мне дайте инструмент нормально, чтобы он работал. Правильно? Правильно. Зазоров тут на бабке особо нет. Я думал, может, там что-то туда проскочило. Но здесь же не 2, в любом случае, миллиметра. Даже если туда что-то забилось, но это не на 2 миллиметра. Это уже вот как раз таки выставление там минимума. Кстати, нету здесь сальника и масла вот на пиноле. У меня такое впечатление, что вообще эта бабка не от него. Ну да ладно. Буду ждать ответа. Посмотрим, что скажут.